Во Флориде собаке разрешили ходить в школу вместе с хозяином. Пес по имени Стеви помогает своему другу, больному мальчику, чувствовать себя увереннее. А если случается неладное, зовет на помощь взрослых. Сообщается, что в течение последних 2 лет руководство школы, где учится мальчик Энтони, не позволяло его четвероногому поводырю во время занятий находиться в классе. Мать ребенка решила отстоять в суде право сына брать питомца с собой. Она опасалась, что из-за строгих школьных правил мальчика могли исключить из школы. Однако, согласно федеральному закону США об американцах-инвалидах, служебная собака может сопровождать хозяина повсюду, и точный перечень мест, где допустимо присутствие животного, не оговорен. В результате в стране то и дело возникали громкие конфликты из-за того, что служебных собак не пускают вместе с инвалидами в кафе или рестораны. История Стеви создала удачный прецедент, и теперь люди с ограниченными возможностями смогут не расставаться со своими четвероногими помощниками на протяжении всего дня.